Здравствуйте, я сейчас нахожусь у памятника Абаю Кунунбаеву на Чистых прудах, где вчера был гражданский лагерь, и сейчас здесь находится около десятка человек с белыми лентами. Кажется, слухи о 250 сильно преувеличены, однако люди продолжают находиться здесь, и несмотря на то, что всех созывает Александровский сад, на самом деле лучше не идти в Александровский сад, потому что здесь, вы видите, идет некое представление. Кстати, здесь, в принципе, находится несколько сотрудников ОМОНа. Они ведут съемку, орут и срак, к сожалению, я их не слышу. Вот, еще пара сотрудников ОМОНа мы видим в Александровском саду. То есть, на Чистых прудах. Сейчас, я так понимаю, все-таки скоро начнется миграция в Александровский сад. Вот, и так, собственно, обойдя памятник Абая Кунунбаева, я оцениваю количество белоленточных активистов здесь, несколько десятков человек. Кто? Кто? Денисов? А, кстати, и у памятника Абая Кунунбаева сейчас находится Борис Немцов и раздает интервью. Пропустите, пожалуйста, прямая трансляция. Планы происходят, включай День Победы. День Победы отмечаем. Народное гуляние у нас. Хорошо. День Победы? Мирным, спокойным. Мы же мирны, спокойно. Погладили себя по голове и сказали, молодец. Ну, они все, они сумасшедшие, они город перевели на чрезвычайное положение. Пишите, они нарушают элементарные конституционные правила. Пожалуйста, я не знаю, но здесь, может, еще где-нибудь. Сколько танцев танцевали на нашем празднике мирно, спокойно. Правоохранителей никаких уже не было там, намеков на то, что правильно не санкционировано гуляют. Ко мне еще не подходили правоохранители. Они ко мне подходят регулярно, знаете. Думаю, можно без них День Победы обойтись, да? Я бы на их месте пошел бы, выпил, отметил. Великий праздник. Великий, между прочим, в нашей стране. Скажите, пожалуйста, Борис Ефимович, как надолго планируете присоединиться к уличному протесту? Слушайте, пока не победим. Спасибо.